такая детская площадка. Здесь можно кафе, можно покушать, да. Очень красиво придумано. Вон акула в 3D, касатка. В подводном мире. Интересно площадку открыть. Сейчас идем посмотрим, да. А здесь пингвины, да? Медведи, пингвины. Нет, если не посмотрела, сейчас пройдем, посмотрим. Сделано красиво, мне очень нравится. Да, здесь очень красиво сделано. Очень все гармонично. Очень все продумано, гармонично так, да? Да. Мне нравится. Да, я вижу, смотрю. Очень красиво. Вот живые рыбки. Ну что, мой первый день в Ташкенте. Пришли в корзинку, потому что дома у нас, конечно, ничего нету. Приехали вчера поздно ночью. И цены на дыни. Одна дыня поштучно стоит 17 990. Это значит 1 евро, что ли? Вся дыня. Изюм. О, кишмиш. А, игрушки, может, с игрушкой? Скича нашла. Вот этот кишмишный ход. Хочу вот этот попробовать, вот этот попробовать. А, ну да, вот да. Тот, смотри, красивый. И цены в этом году на виноград такой странно приемлемый. Как ни странно. Мы тут приехали, потому что, не знаю, может, на базаре дешевле, но мы всего по чуть-чуть берем. А на базаре все-таки надо много закупаться. Вот это вот дамский пальчик. А, вот, это не горный?
Вот. Сейчас я посмотрю свой кот. Значит, можно? Можно, вот смотри. А поменьше нету упаковочка? Вот. 22.06. Вот такой, да? 20.24. А вот этот, посмотри, пожалуйста. Так. Не до 3 августа. 08. Да? Понятно. А, нет, сделано 3 августа. Да, так свежак. 09. Вот это свежий. Все, давай возьмем. А это вообще 02. 09, 02. Это до 02. 25. Вот, 25 год. Это на следующий год. Это свежий. Бери. Этот. Идем смотреть наше мороженое. О, как много прибавил, которые мы еще не пробовали. Вот это очень вкусное мороженое, мне бахрома нравилось. Сейчас не знаю. Всегда привозили свиньи, это раз были уверены, что внук будет, точно. Ну все, берем. А, нашли турецкий шоколад. Да, турецкий. Давайте попробуем. Это просто белый. Это лимонный чизкейк. Это молочные фисташки, темные фисташки и карамельный чай. Ну все, давайте вот этот черный. Да, возьмем. Он немножко подороже, чем остальные. Ну, парки. Сегодня тут все такое нарядное, красивое. Народу очень много. Обещали сделать портрет футболиста и собрать из пирамиды, так сказать. Мы проходим и металлоискатели, и фейс-контроль, да, и еще проверяют ручную кладь, это мы только что самолет, поэтому... А, построили сейчас, а ну построили. Поэтому... Да, ох, какие девушки красивые. Все, что в руках. Сумки, рюкзаки. Красивые девушки. Так. Что у нас еще тут интересного? Ой, я вижу. На ходулях. Идемте посмотрим. Там на ходулях парнишка стоит. Клоун. Люди с фотоаппаратами, которые фотографируют знаменитое мороженое. Чтобы вы понимали, что народу очень-очень много. И это только в Дрейм парке. А везде тоже такое же количество. Поэтому на метро сейчас тоже очень много людей. А на такси завышенные цены. Собрали.
знаю. Девчонка. Из маленьких кубиков фотографии футболистов собирают. Он уже много собрал. Ну все, сегодня 31 августа. Последний день лета. Завтра уже начнется осень, 1 сентября. У нас большие каникулы. Мы в школу идем 4-го. Да. Ага. Люблю эти огонечки. Такие смелые на такой качели кататься. Пейзаж. Озеро. Тут тоже вот эти огонечки яркие, красивые. Вот. Тоже огонечки.